улица Большая Морская. Большая Морская. Это Покровский собор. Построен в 1905 году. Открыт 23 апреля 1992 года. Проверено, нет, Ильин. 12 мая 1944 года. Покровский собор в Севастополе – это православный храм Севастопольского благочиния Симферопольской и Крымской епархии. Построен в 1905 году по проекту архитектора Фельдмана. Три верхних престола освящены в честь Покрова Пресвятой Богородицы, великомученика Пантелеймона, святых апостолов Петра и Павла. Три нижних в честь преподобного Серафима Саровского, святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии, святого князя Владимира. Сооружение собора было начато в 1892 году под руководством и по проекту архитектора Фельдмана. В 1905 году собор был освящен. В мае 1917 года в соборе были временно захоронены останки лейтенанта Шмидта и нескольких матросов, расстрелянных на острове Березань. 23 февраля 1919 года в нем была совершена хиротония архимандрита Вениамина Федченкова, воепископа Севастопольского. Одно время собор был закрыт и был открыт во время оккупации фашистов в годы Великой Отечественной войны. В ходе военных действий здание сильно пострадало. Были разрушены два южных предела. В 1947 году был назначен настоятелем Севастопольского Покровского собора Иоанн Крашановский. Занимался восстановлением верхнего храма собора, сильно разрушенного во время войны. Трудами Иоанна храм был восстановлен и освящен в 1948 году, и до 1962 года в нем проводились богослужения. Затем в соборе размещались спортзал и городской архив. Возвращение здания Покровского собора церкви пришлось на начало 90-х годов. В 1992 году был передан общине верующих и освящен во имя святого великомученика Пантелеймона северный предел собора. В начале 1994 года церкви было отдано все здание. К столетию юбилею храма завершилось восстановление южного предела, был отреставрирован фасад, маковки и кресты покрыты позолотой. Большая Морская.